Сегодня виновники нашей встречи – слова, которые даны для выразительности речи. Позволяют избегать однообразия, с ними ярче и красочнее наша фантазия. Синонимы – близкие или тождественные по смыслу слова. Словно из речи плетут кружева, могут отличаться друг от друга, тем не менее, оттенками лексического значения. Одной и той же частью речи выступают и друг дружку замещают. Словечки эти непростые, бывают разнокорневые. Браниться, ругаться стали петухи. Глаза или очи читали стихи. Много, пропасть, масса веселых историй. Есть или кушать побольше калорий. Синонимы знакомые, родные, есть и однокорневые. Лукавство, лукавость волка и лисицы. Сторожить или стеречь фермера теплицы. Лицо или лик с портрет глядит. Синева небес удивит. Между собою синонимы дружат и для точного описания служат. Предмет, явление, состояние не останутся без должного внимания. Дорога вьется, как змея. Назовем ее путь, линия и колея. Простор полей манит нас вдаль. Про него мы скажем «даль», а еще и «ширь», «раздолье», да «пшеничное приволье». Что в сочинении повторов избежать, слова умело надо подбирать. «Метель» еще напишем «вьюга», «ураган», «пурга над тундрою», «буран». Источник холодной воды напоит, родник и ключ всех освежит. В поисках грибов по лесу можно идти, а уставшим возможно брести. Мчаться, плестись также применимы, все варианты выполнимы. Перед грибниками опушка, на ней домик, жилище, избушка. Рядом заяц веселый, озорной, радостный, ликующий такой. Начинает прыгать и скакать, всех в округе удивлять. Синонимы позволяют тонко разграничить оттенки смысла сказанного, оценки. Красный – алый, огонь и пламя, товарищ, приятель, флаг или знамя. Без них была бы речь бедна, и перспектива не видна. Их стилистическая и эмоциональная окраска нашей речи – яркая раскраска. Учи и не путай их никогда. Спорщики-антонимы – сложные слова. Они умеют лихо спорить, звуком речи смело вторить. Горячий или же холодный, неряха или очень модный. Толстый, тонкий стали в ряд, все молчат или говорят. Что за спорщики слова, даже кругом голова? Обратное значение слова эти имеют, антонимы соперничать между собой умеют. К разным частям речи можно подобрать, но одной частью речи могут выступать. Для смысла полного отражения обозначают временные отношения. Рано пришел или поздно ушел, днем
или ночью к дому пришел. Пространственные антонимы бывают. Север, юг обозначают. Центр, окраина тоже друг на друга не похожи. Антонимы эти величественные, есть еще количественные. В пруду их может быть избыток, а в море недостаток улиток. Качественные антонимы, спорщики славные, в речи значения их неравные. Красота, безобразие, словно вопреки, дружеский, враждебный, судачат языки. Не ходят по одной дорожке спорщики слова Антошки. Низкий, высокий, мокрый и сухой, длинный, короткий, толстый и худой, медленный, быстрый, близко, далеко, грязный или чистый, низко, высоко, моложе или старше, медленней, скорей, близкий, далекий, злее или добрей. Слова умеют лихо спорить, звуком речи смело вторить. Учи и не путай их никогда. Спорщики антонимы узнавай всегда. Одним словом их объяснить невозможно, и совсем запутаться можно. Узнавайте их при встрече слова одной и той же части речи. Одинаковые по своему звучанию, точная копия по написанию, но совершенно различны, к сожалению, по своему лексическому значению. Их значения не связаны друг с другом никак. Приведем пример. Итак, ключ. Казалось бы, слово одно, но им значений много обретено. Ключ студеный водой напоит. Ключ дверной нам дверь отворит. Ключ скрипичный – нота соль. Гаечный выполняет инструмента роль. Лук. Слово загадочное тоже. Может, это овощ все же? Или оружие, что сберегли, которым от коршуна лебедь спасли? Коса речная или девичья? Или сено косит так привычно? Если слова не пояснить, все что угодно может быть. В лавку за продуктами можно заглянуть, а можно сесть и отдохнуть. Кисть руки или кисть рябины. Кистью художник пишет картины. Все знают, животное рысь – это зверь. А теперь слова проверь. Рысь – это также бег лошадки. Не слова, а сплошные загадки. Они словно в игрушки с нами играют и временами забавляют. Пробежала по коврику мышка, чудо техники шалунишка. Кликнула разок, другой, и на экране мышка, ой. Одну мышку котенок догонит, а другую даже не тронет. Амонимы все ожидания превзошли. Топить печку или топить корабли. Засыпать, то есть погружаться в сон. А может засыпать сахаром лимон? Одним словом, их объяснить невозможно. И совсем запутаться можно. В разговоре предложение грамотно построй и мысль свою точнее раскрой. Тогда усвоишь на раз и два
эти загадочные омонимы слова.